метода лечения бесплодия как экстракорпоральное оплодотворение, для пациентов подбирается индивидуальный протокол, так называемый протокол ЭКО или схема, индивидуальная схема терапии. И эти схемы бывают разные по продолжительности. Например, длинный протокол ЭКО начинается во вторую фазу предыдущего менструального цикла, и его продолжительность составляет около месяца. Короткий протокол ЭКО длится около 2 недель. Поэтому продолжительность самой процедуры ЭКО не так-то и высока. От первого до последнего дня получается от 2 недель до месяца. Ну и исключительный случай – это супердлинные протоколы ЭКО, которые длятся около 3 месяцев.